История 20 лет в коротком фильме. Тогда современная техника, сегодня эхо из прошлого столетия. Изменилась система организации работы. Сегодня в автопарке роты ДПС более 30 служебных автомобилей, оборудованных спутниковыми системами ГЛОНАСС. Сегодня появились арены, сегодня появились измерители скорости, видеокамеры на территории Краснодарского края. Сегодня уже мы, не выходя с машины, можем проверить любой автомобиль и любого человека по базе розыска и другим программам. Все это изменилось, все это меняется. Поэтому и требования сегодня и к нам предъявляют наши граждане, определяют совершенно новые требования. Сегодня хотят видеть в каждом из нас защитника своего. И цель и задача на сегодняшний день, это оказывать помощь нашим водителям, нашим гражданам в охране общественного порядка и безопасности дорожного движения. Как бы ни ругали инспекторов и сколько анекдотов не придумывали, если случается беда на дороге, водители и пешеходы за помощью идут к полицейским. В первую очередь, за силой, правом и справедливым решением. Горячее сердце и рассудительность – самое точное описание профессиональных работников. О профессиональных качествах с точки зрения религии рассказал протоиерей Александр, почетный гость в роте ДПС. Что такое профессиональный праздник? Этот праздник достойный праздновать действительно профессионалы. А профессионал кто? Не тот, кто много денег зарабатывает на своей работе и на своей профессии, а тот, кто знает ее, любит ее, живет ей и служит ей. В подарок на день рождения службы икона святителя Николая, чудотворца. Икона святителя Николая. Это он покровитель всех путешествующих и странствующих, в том числе за рулем и на дорогах. Отец Александр благословил службу сотрудников и осветил служебных коней. Под капли святой воды выстроились все инспекторы. И в завершение торжественного мероприятия сотрудники роты ДПС возложили венки к памятнику погибшим. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.